Мегафон. Будущее зависит от тебя. Маркус, привет. Что тебе надо еще? Будем играть в Губка Боб Монополию? Ну, давай. Вчера я рассказывал Бон Трессе. Ага, ясно. Ну, давай. Тогда надо нам найти других игроков, да? Да. Кто с нами вместе будем играть? Тогда я отправляюсь в путь искать, да? Да. Так, с кого мы отправим? Ага, Аладдин, нам нужны игроки в Монополию. Ты можешь исполнить это наше желание? Я хочу, чтобы Маркус превращался в коробу. Что? Не надо. Давай не надо, Аладдин, не шути так. А я сегодня шутник. Ладно, тогда я лучше спрошу Чагинтонов. Чагинтон. Привет. Брюстер, Коко, Вилсон. Вы поможете мне найти игроков в Монополию? Вместе с Маркусом. Кто будет играть? Ну давай. Поехали! Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ты вообще дурак! Платим Димыч в одном огребе, теперь мы друзья. Давай мультики посмотрим. Нет. Испаники, сейчас соберись. Нет. Все готово. Ты вообще дурак! Дим Димыч, может, дашь приставку поиграть? Нет, не дают тебе приставку поиграть. Тогда есть выход. Садись на борт, поедем играть в Монополию. Ладно, ладно, попросишь у меня что-нибудь. Все. Я жадина, мне помогай. Значит, у нас есть первый игрок, Нолик. А откуда? Нету зайчиков. О, у меня есть выход. Садись, Маша, поедем со мной. Скоко. И будем играть в Монополию. Вот это здорово. Ну, у нас два игрока есть. Нолик, Маша. А, три игрока и Маркус. Поехали дальше. При чем тут коровы? Коровы не играют в Монополию. Индюки тоже. Козлы тоже не играют тут. Не свиньи. Вообще животные не играют в игры. Я сказал, не играют животные. Я сказал, все, хватит. О, все, пока, 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 пока. Фу. Фу, молния. Ты будешь с нами играть вместе в Монополию? Ой, извините, ребята. Мне еще надо в трех гонках участвовать. Я еду. Я помню. Италию. И Англию. И я должен победить, так что пока. Ладно, занятой такой. Так, кто с нами еще будет играть? Мамонтенок. Опять мамонтенок. Какой мамонтенок? Мамонты не играют в Монополию. Волк. О, волки тем более. Рыба. При чем тут рыба? Федя. Жаба. Да-да, и жаба еще не. Так, а ты что делаешь? А, ты уже одеваешься, мальчик. Молодец, мальчик. Ура, у нас еще один игрок. Значит, у нас играет Нолик, Маша, мальчик, как его назовем? Батя. Мальчик, батя и Маркус. Четыре игрока в Монополию. Пошли дальше. Эй, ты, лунатик, будешь играть с нами? Ну я же так и сказал, что лунтик. О, давай, приходи к нам. Вот круто. У нас пятый игрок есть. Сначала зарядка раз, потом завтрак
какая зарядка? Паровозики зарядку не делают. Так и проблему не решить. Неправильно делать другому больно. Никто не дерется. Самое плохое, что можно сделать. Мне такие клубы, чтоб молочно играть. Клубы лучше будет есть, чтоб больше метать. Ну и не надо. Лунчик с нами будет играть, а вы можете не играть в эту монополию, правильно? Вот, ну что, поехали дальше. Ох, опять мы куда-то заблудились, по-моему. Опять одно зверьё. Нет, нет, бобры не играют. О, я хочу играть в монополию. О, Маркус, берем этого монстра и говорим, давай. Спасибо, Маркус. Ой, нам страшно. Мне страшно, мне страшно. Я не хочу с монстром играть. Да, это опасно играть с монстром. Ну, раз Маркус сказал нормально, значит нормально. Ну что, поехали дальше. Поехали. Будем искать еще игроков в монополию. Так. О, ну? Лунтик, будешь играть? Не буду. Не буду обманывать. Не будешь играть в монополию? А что ты будешь делать? Хорошо бродить по лесу. Ах, ты будешь бродяжничать. Да, как настоящий бомж. Где мой поросеночек? Твой поросеночек бомжует вокруг. Заяц, ну что опять с такого? Заяц, что я такого сказал интересного? Пока, заяц. О! Давай, девочка, мы тебя возьмем. Будешь играть с нами? Чего, чего? Не понял. Эй, Брюстер, ты понял, что она пела? А ты, Коко? Я тоже. Этой девочке срочно надо к логопеду. Привет, ребята. О, вы по всему свету путешествуете. Может, вы хотите поиграть с нами? Какая аптека? Я про монополию говорю. В порядке. Я в науках 10 лет. Я в науках 10 лет. Да, ясно. С вами монопол не поиграешь. О, привет. Тихо, 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 тихо. О, привет, ребята. Давай поиграем в монополию. Нет, не танцевать. И не мыться. Какая зима? Спать. To sleep. Чё? Вы спать пошли? Да, ну и лентяи. Нет, с вами монополию не сыграешь. О, давай, девочка, с тобой сыграем монополию. И ты туда же танцевать. И ты тоже. О, прекрати дудеть, мне голова болит от твоих дудок. Ой, эти еще барабанят тут. Я сказал прекратить. О, ужас. О, выключите эту музыку. Кто-нибудь. Ясно, тут мы не найдем нового игрока. Ну, так, у нас последнее место. Кто с нами вместе будет играть в монополию? Вот и не стыжусь, в дюйм всего лишь мой росток, колыбель моя, цветок.
Ну вот, нашли мы последнего игрока. Итак, у нас сегодня будут монополию играть. Не кушать, а монополию играть. Маша, Нолик будет играть. Мальчик Батя. Мальчик Батя. Лунтик и... Дюймовочка. Сейчас нам надо найти самого Маркуса. Ну чё, поехали за Маркусом! Что? Аладдин! Ха-ха-ха-ха! Я же говорил, что я превращу его в корову!